Город под защитой. Количество полицейских патрулей в Одессе увеличили на 150 человек. Среди них нацгвардейцы. Всего больше 400 правоохранителей. Они уже вышли на патрулирование улиц. Особое внимание будут уделять центральной части города, где проходит празднование 1 апреля. То у нас вышло более 400 человек на патрулирование, из них 80 автопатрулей, в том числе и 8 человек нацгвардии. Ранее у нас было чуть менее 300, так как сегодня у нас юморина, 1 апреля, мы выпустили на 150 человек больше. Эти мероприятия у нас связаны с усилением охраны публичного порядка в связи с тем, что у нас проходят праздники к 1 апреля.